Более 700 артистов из 12 ансамблей со всей страны. В Самаре завершился 9-й всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. Фестиваль проводился по трем блокам. Оценивали ансамбли военных округов, флотов, а также ансамбли воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных и железнодорожных войск. Артисты представили концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира. Победителем стал коллектив Северного флота. Очень сложно судить, оценку ставить таким высоким профессионалам. Мы привлекли людей-профессионалов, в том числе Самарской области, которые преподаватели по этому направлению, в Институте культуры, театр оперы и балета. Северный флот, когда выступал, зритель вышел в таких эмоциях, с комком в горле и с таким удивлением, что они даже терялись, как ценить. За время фестиваля артисты провели свыше 20 концертов на сцене Самарского гарнизонного дома офицеров и на концертных площадках области в Тольятти, в Новокуйбышевске, в Сызрани и в нескольких районах. Светлана Кудрявцева, «События».